Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Сегодня хочу проанонсировать конференцию, которая пройдет 4 февраля в 20 часов по московскому времени. Тема конференции будет «Инструмент фистул». Много вопросов вызывает инструмент фистуловский. В общем-то, это своего рода события, которые обсуждают с позитивной, с негативной стороны. В общем, попытаемся в этом деле разобраться. Не думаю, что получится что-то окончательное и фундаментальное, но думаю, что будет интересно. Участвовать будет, ну, я буду участвовать, будет участвовать Аслан, это канал Калашников против фистул, и Владимир Евдокимов. Еще раз повторяю, 4 февраля 8 часов вечера по московскому времени будет проводиться конференция по инструменту фистул. Трансляция будет проходить на канале Юры Примаченко, за что ему спасибо. Ссылка на трансляцию будет под этим роликом. Также можно смело оставлять вопросы к участникам конференции, то есть не только ко мне, но и к остальным. Я думаю, все мы зайдем друг другу на каналы и почитаем, что же интересует наших зрителей. Все, спасибо за просмотр, до свидания.